этом видео я собрал 50 ресурс-паков для вашего Майнкрафта, но перед началом не забудь подписаться и поставить лайк. Браслет у Фенвинг изменяет тотем на браслет, который не видно в вашей руке, но зато так красиво он смотрится со стороны. Айконс добавит огромное количество иконок в меню и не только. 3D Buckets and Fish заменит ведра вот такой 3D моделькой. Новый год уже прошел, и до весны осталось несколько месяцев, но если вы все еще не получили свою порцию новогоднего настроения, то Christmas Pack определенно это исправит. С Fancy Bed с кровати приобретает новый вид, более причудливый и интересный. Visible Oris упростит и ускорит добычу полезных ископаемых, так как добавляет подсветку абсолютно всем рудам в игре. Round Trees изменит модель древесины, сделав стволы деревьев скругленными, особенно круто это смотрится с шейдерами. С Health Bars в Minecraft появится полоска с отображением уровня жизни всех мобов в игре. Better Dogs Corgi. Да-да, не удивляйтесь, меняет текстуру собак на корги, но помимо этого ресурс пак меняет также и текстуру волка. Crops 3D меняет внешний вид растущих сельхозрастений, с ним они станут реалистичными и объемными. Ресурс пак значительно улучшит внешний вид вашей фермы. Fantasy Oris меняет модельки руд на модели в стиле фэнтези, добавляя рудам определенный иной вид, а с установленным оптифайном руды еще и подсвечиваются. Villager Variety разнообразит наших носатых друзей, добавляя 9 оттенков кожи от белого до черного и 3 цвета глаз, зеленый, синий и карий. Оттенок кожи соответствует климату биома, в котором проживает сельчанин. Spawn Egg 3D. Теперь вам не придется запоминать цвета яиц спавна, чтобы понять, какой моб внутри. С данным паком все яйца будут заменены на 3D модели соответствующих им мобов. Better Leaves сделает листья в игре реалистичнее, подарив им красивые объемные текстуры. Особенно круто смотрится с предыдущим паком, который делает стволы деревьев скругленными. Breathing Stand 3D меняет модельку зелеварки на 3D аналог. Better Pigs обновляет свиней, делая их более реалистичнее, помимо этого некоторые свиньи появляются с грязью на теле. Better Chickens аналогично с прошлым паком обновляет куриц, делая их более реалистичнее и красивее. Stray True переработает ванильные текстуры, делая их более гармоничными, приятными и связанными между собой. Better Skeletons сделает внешний вид скелетов на порядок лучше ванильных. Он заменит скучную стандартную модельку на большое количество других, проработанных и детализированных. Tissue Zombie Pack добавляет более 1000 разных новых зомби, добавляет им новые звуки и светящиеся глаза. Zalis Potion переработает текстуры зелий в игре. У всех обычных взрывных и оседающих зелий теперь будут уникальные текстуры, которые не только выглядят лучше ванильных, но и позволяют проще отличить тип и эффект. Zalis Enchanted Books заменит текстуры волшебных книг, придавая им вид, соответствующий действию зачарования, скрытого внутри. Grimdark Armor добавляет текстуры доспеха с большей детализацией, которые будут отлично смотреться в ваших средневековых мирах. Armor Stand Remagent просто делает армор-стенды больше похожими на что-то, способное держать металлическую броню. No Pumpkin Blur. По названию сразу понятно, что ресурс пак просто удаляет размытие тыквы, когда она у вас на голове. Капибара Пик делает из свиньи настоящую капибару. Для этого стоит лишь дать имя Капи свинье. 3D Item Models. Этот набор добавит 3D модели ко всем вашим 2D предметам, за исключением предметов, которые вы не можете разместить, такие как инструменты и еда. Explosive Present превращает крипера в ходячие подарки, но не забывайте, что эти подарки взрывные. Fresh Animations обновляет анимацию мобов, делая их более динамичными и реалистичными. Pesky Parrots добавляет огромнейшее количество попугаев и различных птиц, которых вы можете получить, просто переименовав их. Lossless Paintings изменяет картины в игре, избавляя их от пикселей. Теперь каждую картину можно рассмотреть в деталях. Tools Remagent переосмысляет инструменты в игре, делая их поистине интересными. Pillager to Pirate. Теперь вместо арбалета мушкет, а вместо стрел порох. Также железный меч изменен на саблю. Alternate Torches – альтернативные модели факелов. Berry 3D изменяет 2D модель ягод на 3D, теперь эта ягода выглядит очень даже аппетитно. 3D Mushrooms – теперь все грибы имеют 3D модели, выглядит это очень даже интересно. Better Firework Rocket немного меняет вид фейерверков, делая их текстуру логичнее. Better XP Bottles вместо бутылька с опытом настоящая 3D банка, выглядит интересно, но не хватает анимации опыта внутри банки. Пингвин вместо куриц любители холодных водных процедур, жители Антарктиды – пингвины. Рекунс заменяет модель лисицы на енота. Crops and Florals Retexted значительно улучшает ванильные текстуры, улучшая флору игры. Enchanted Armors визуально отображает зачарование на броне и инструментах. Dripstone into Icicle теперь вместо капельника сосульки. Fantasy Illagers разбойники переоделись в фэнтезийные облачения, тут вам и бандиты, и маги, и охотники. Horus Blossoms меняет модель цветка хоруса, теперь это не просто непонятный блок, а настоящее цветущее растение.
Better Piglin Brute. Обновляет брутальных пиглинов, делая из них каких-то настоящих панков, но выглядит это весьма неплохо. Iron Golem Killer Bat. За место железного голема огромная ходячая кровать с двумя топорами. Вот что действительно разнообразит игру. Punk On добавляет огромное количество различных головных уборов, которые вы сможете получить, переименовав тыкву. Вот так, например, выглядит ковбойская шляпа, да еще и сигары. Buff Steve Warden. Обычный Warden кажется вам не таким уж страшным, а как насчет перекачанного Стива ростом 3 метра? Идете вы по пещере, и тут вам навстречу он. Ваши действия? Cute Mob Models. Анимешникам салам, ведь этот пак изменяет модели мобов на анимешных тянок. Все ресурс-паки можно скачать в моем телеграме. Если ты хочешь вторую часть, то обязательно ставь лайк и пиши об этом в комментариях.